Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то все, о чем ты мечтаешь, сбудется! Всем здорова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Овер и Бобби, и добро пожаловать в угарную игрушку под названием Roblox! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребят, сегодня мы поиграем в гонки, но гонки у нас будут не простые, а угарные. Сегодня мы будем кататься в гонках на прикольных стульях. Также, ребят, у нас есть различные морфы. Мы можем выбрать себе, например, скин вот такой обезьяны. И бегать друзья за обезьяну. И у нас есть огромное количество всевозможных, конечно же, еще стульев. Погнали, Бобян, выберем себе стул, потому что гонка скоро начнется. Да-да-да-да-да-да. За победу в гонках, друзья, нам дают очки, а за очки мы можем выбирать себе новые стулья. Короче, Бобян, я знаешь, на каком буду? На каком? Я обезьяна на геймерском стуле, Бобис. О, я на инвалидной коляске. А у тебя хватает уже? Да. А, я потратил все свои денежки, у меня осталось 15. Где мой стул? У меня 5. Блин, я спрыгнул со стула. Поехали. Самое главное, не спрыгивать со стула. И также, друзья, здесь огромное количество всевозможных трасс, и гонка начнется через 2, 1... Поехали! Нифига тут круто! Блин, я обезьяна на стуле компьютерном! Ой, аккуратно! Жесть, Бобис! Я заработал 500 себе! Слушай, там он можно забирать! Давай-давай, Бобян! Финиш! На базу! Я заработал что-то! 10. Я тоже заработал. Первое место, кстати. Ты первое место, Бобби? Да, у меня 605 очков, кстати. Нифига себе, я на третьем месте, Бобян, был! О, вот он, это ты бегаешь. И заработал десяточку. Короче, пойдем, я выберу себе какой-нибудь другой морф. И, короче, ребят, у меня есть уже 520 очков, 525. Можно выбрать какой-нибудь угарный стул еще, Бобис. Можно. А смотри, тут есть какие тут. Ты смотри, кто я, Бобян. Кто ты? Ты смотри, кто я. А, ты радужный друг. Я радужный синий друг. Можешь взять. Давай выберем себе какой-нибудь угарный. Слушай, может, на диване поедем, Бобис? Давай вместе на одном поедем. На диване? Да. Давай ты ко мне можешь сесть, Бобян? Ну, я конечно, уже купил. Да, банально к финишу. А, старту. Так садись на диван. Сейчас, садись сяду, ко мне. Банально. Поехали, друзья. А если мы оба, это первое место у обоих будет, Бобис? Слушай, интересно, интересно. Надо будет сейчас протестировать. Так, стоп, а у нас еще раз типа гонка есть? Ну, слушай, так. Поехали, мы второй раз можем? Слушай, нет, да нет, давай подождем. Короче, ребят, также тут есть голосование за карты. Мы можем на различных картах еще кататься. Тут много разных гонок. Слышь, это вообще угар. У нас диван, мы с тобой вдвоем, и мы радужные друзья. Да, вообще ништяково. А что это я не могу ездить, блин? А, не, я управляю, все. Ну что, сейчас пойдем голосовать, Бобян. Какую карту выберем? А как голосовать? А вот, наверное, сюда заходить надо. Справа. Давай боулинг. А может, космическую? А мы... Давай, давай, давай. Во-во-во, у нас как раз двое на космической, да? Там двое, да. Надеюсь, блин, это, все ребята сюда зайдут. Заходите, заходите. Там кто-то... Там есть еще и закулисье, Бобян. О, ну это можно подпон, потом. Да, садись, короче, садись. Я думаю, уже никто не поменяет. Погнали. Короче, ребята, у нас какая-то, смотрите, радужная... Карта радужных друзей, да, Бобби? Радужная банда. Ну что, 3, 2, 1, поехали. А что там мы задом, Бобян? Ничего страшного? Блин, мне кажется, надо передом. Я не знаю, блин, задом или передом. Ладно, ребят. На самом деле, вперед к стенку поедем. Самая угарная гонка на стульях. Слушай, Бобян, от меня же все зависит наш успех. Да. Ё-моё, если я сейчас не приеду на канал. Воу! Нифига, Бобби! Просто на карпалях там это ушли. Поехали, поехали. Офигеть. Ой, сейчас опять будет сложно, Бобби. Ну-ка, ну-ка, аккуратно. Поворот. Оп-оп-оп. Поворот, нормально, Бобян! На пробел нажать. Не, на пробел это мы вылетим, я уже знаю, это я со стула. Давай, там утка догоняет. Сейчас мы эту утку, блин, обгоним. Гусь, давай, до свидания. Тут радужные друзья вообще-то на гонках. Жесть, мне стрёмно, Бобис, мне очень страшно. Капец, какая длинная гонка, Бобян. А вон, там уже финиш, я вижу. Но все равно, с предыдущей трассы не сравнится. Тут предыдущая трасса, там раз-два я обчелся. Вау, Бобян, нифига себе, вот это финал. Да, я стараюсь забирать звездочки. Сюда на базу. И то, на каком месте? Ну-ка, давай посмотрим. О, я на первом. Ты на втором, Бобян. А что там мне не дают деньги, блин, за первое место? А вон у тебя справа претендовать есть. Да, ну там что-то 10 мне дали. Мне тоже 10 дали. А я хотел 100, вообще-то я первый, алло. Не знаешь, блин. А может это когда гонка кончится дадут? Может быть. Давай посмотрим, что мы можем еще купить, Бобян. Может ты какой-то стул себе теперь купишь. А давай посмотрим. Смотри, сколько, Бен, 10 тысяч стоит? 10 тысяч? Это 1000. Вот эту штуку можете купить. Слышь, Бобян, а может купим туалетную кабинку? А мне не хватает. А, мне не хватает. Блин, мне тоже. Смотрите, компьютерный стол есть. Есть за 500 сральничек, Бобис. О, я бы купил переливающий стул бы себе. Да? А купи. А на инвалидной ты уже ездил, да?
Так, а вот офисный стул, все. Блин, и деньги мне не дают, ребят. Короче, мы заняли первое место, и что-то нас с Бобяном обманули. Обопошили. Да, давай выберем, Бобби, с это, бэкрумс. Давай, давай, еду. Давай на бэкрумсе. Вставайтесь на бэкрумсе. Ой, я пойду, спрыгнул. Я пойду стул себе возьму. Тут за 5000 какое-то компьютерное гение кресло. Мой стул забрали. На Торе? Да, как его обратно Я, Бобян, на инвалидском поеду. Блин, я спрыгнул. Сейчас голосование уже кончится. Поехали. Че, Бобби, стул пропал? Не вернули. Ну, купи новый, а вот он, стул твой. Да вот я он, вижу сейчас. Садись, Бобис, садись, Бобян. Бобис, его забрали. Возьми новый. Нет, это инвалидская. Сейчас гонка начнется, Бобис. Да все, мне отжимают стул. Яма, а блин, почему не бэкрумс? Такая же, как в прошлый раз была. Да? Да, мы не докачали бэкрумс. Надо было всем стоять, короче. В следующий раз, Бобян, знаешь как, купим стулья и пойдем сразу на бэкрумс, друзья. Да. Блин, но за эту серию, ребят, реально лайкусик. Это самые угарные гонки на угарных этих стульях. Гонки по вертикали. Я радужный друг на приколе. Поехали, Бобян. Я, кстати, первый. Ты первый? Ну, я еду еще первый, но я почему-то вот надеюсь, что в этот раз-то мне дадут, блин, победу. У меня, кстати, на пробел нитротируем, там дали. Чё врёшь, Ребята, если я пробел нажму, я со стула спрыгну и проиграю в гонке. Не попробуешь, не узнаешь. Я сейчас попробую на финише. Не было, Бобис, я спрыгивал со стула. Во! Оно незаметно. Сотку дали, но не начислили. Сотку? Но не начислили. Нифига. 380 плюс 100 написано. Дайте 480. Что они не дают мне? Что за обман? О, мне десяточку дали. Обман, чтобы набрать класса. Я третья. Да. Смотрите, ребят, сколько тут морфов. И Пиги, и Джордж, и какашка какая-то. Да, много-много. А как с собой стать, Бобис? Я не знаю, кстати. Тут есть Нубик, Шрек, друзья. Ой, блин, да, дай. Но это дорого. Блин, я бы хотел стать снова собой, а то я радужный прикол. Да. Балди, ребят. Джена даже есть, нифига себе. Кто? Так. Джена? Да, Джена, которая взломала Роблокс, помнишь? Ага, да. Короче, я какашка, Бобби. А я вот Манкич. Все, я какашка. Короче, я к девочке сел на диван. Слушай, Бобян, берем стул и погнали голосовать за Бэкрумс. А потом давай, попробуем на гонку. Давай, у меня 280 есть. На чем я могу погонять, друзья? Так, оп, на утке может, Бобис? О, какашка на утке. А где мои все эти очки? У меня 45 баксов. А ты ж купил себе, наверное, скин, Бобян. Так он 5 баксов стоит. А, не знаю, может, тебя заскамили. Сейчас, друзья, будут гонки в бэкрумсе. До конца стоим, Бобян. 3, 2, 1. Все, наконец-то бэкрумс. Погнали, Бобис. А ты просто на стуле, манки. Да, я у чувака отжал. Давай, ну что, тут будет тоже очень сложно, ребят. Смотрите, какие у всех стулья угарные, компьютер. Компьютерные столы и так далее. О, тут чел еще бегает, аккуратно. Я забыл нажать, Бобян, чтобы я поехал. О, это же это. Это бактерия, да? Бактерия, да. Бактерия, инфузория туфелька. Инфузория какашечная. Слушай, а тут можно срезать, похоже, Бобян. Да, да. Или нельзя? А ну попробуй с дороги съехать. А попробуй съехать, что будет? Оу! Тут прям вообще жесть. Тут надо на диване кататься, чтобы все мелочи собирать. Да, да. Ого, там их, Бобис. Ай, они отталкивают, гады. Блин, они оттолкнули меня. Это гонки в бэкрумсе. Это лайк, блин. Меня девочка обогнала какая-то. Девочка? Девочка, давай жуй пыль. Я ее на поворотах обошел. Все, с кайфом, Бобис. С кайфом, едем. Кайфурики. Слушайте, ребят, ну тут много монеток на этой карте. Да, опа, капец, длинная гонка. Офигеть, вот это прям потрясающе, да, Бобис? Да, пока. Срезаем углы, ты мне сказал, ох, вот тут денег. Нифига тут монеты. Бобис, а как ты меня обогнал? Что у тебя? А я по белой штуке поехал. Блин, ты обманщик, по белой, видимо, быстрее едет. Да. А ну, жуй пыль, Бобис. Жуй пыль, Бобян. Ты жуй. Что-то жуй такая пыль. Долгая, вообще, да капец. Вообще, мы успеем. О, финиш. Телефон. Телефон взял. Приехал. Забрал. Кто? Ты первый, я второй. Из-за того, что я на телефон пошел. Забираем, друзья, денежки. С кайфом. Короче, я хочу, Бобян, стать собой. Ну, а наконец-то, друзья, теперь я обычный чел. Бобян, ну что, 300 у тебя есть? У меня 196. А, смотри, кстати, тут парень, что-то он хочет нам сказать. Что он хочет от нас? Hey, do you want? Мне нужны очки, продать стул. Так можно что-то продавать еще, все, что у нас было? Почему нельзя это? А мы просто меняли, Бобян! Слышишь? А мы просто меняли свои стулья. Тут можно было их продавать, их зарабатывать. Так, ну что, обманули. У нас опять, Бобян, это получается, бэкрумс? Я не против. Да, давай бэкрумс, давай. Давай на диване, у тебя есть диван? Может, на диване поедем? Почему? Да, давай вдвоем, Бобян, садись а ко ты мне. Где? Ты где? Я ты вот ты еду где? В начало, еду в начало. Ну, еду туда, где гонка начинается. Вот давай, я тебя жду, быстрее. Давай, садись, Бобян.
Поехали. Садись, я с обезьяной. Газуй. Мы сейчас все монетки соберем. Поехали, давай, Бобби! Давай, давай. Вау! Вау, зато тихо, мы будем теперь врезаться в них, наверное, часто. О, хорошо. О, с кайфом. Давай. Ух, как монеточек собрали. Ох, монеточки все собираем, друзья, монеточки фармим. Сейчас, смотри, опа. А, блин, тяжело бежать, потому что мы на диване, Бобби. На диване. Нифига он там удрал, слышь? Да, во, офигевший, браток, ты чё, нелегальный гонщик, что ли? Сейчас мы, ну, смотри, бобя. Давай ему это. Смотри, все, объехали всех этих, до свидания. О, срезаем, бобя, срезаем, с кайфом, но еще очень долго, Бобис, да, еще очень далеко. Телефон забрать тот. А я вроде забирал, слушай, но мне вроде ничего не дали, да, это странно, что, срезаем или монетки, срезаем? Давай срезаем, пофиг. Срезаем. Вот здесь можно монетки собрать. Да, тут собираем. Тут надо было срезать. Это он что? А как он обратно ехал, слышь? Он может второй круг начал. А может он с другой стороны начал как-то ехать? Или чё? Я что-то не понял. Может, призрачный гонщик какой-то. Чё это было, ребят? Он, наверное, в другую сторону просто ехал, Бобис. Потерялся, реально, собираем монеты. Ну, тогда повёл. А больше телефона и нету. Всё? А вот, смотри. Я первый! Ты второй! Вот я... О, наконец-то дали, друзья! Наконец-то дали денег. У меня 400, бобян. Давай проголосуем теперь за какую-нибудь другую карту, а? Давай. Так, что тут есть? Я хочу накопить... Сколько у тебя? 417. А, блин, можно было бы на банане. А я на унитаз хочу накопить, бобян. На унитаз? О! Да. Короче, я поехал с кем-то, я не знаю. О! А давай сейчас я возьму себе бесплатный стул и выберем вон какую-то канатную дорогу. Давай, погнали. Выглядит прикольно, но не канатную, а такую вон, видел, типа в небе что-то такое. Ну сейчас выберем, сейчас давай возьмем. Давай, сейчас я бесплатный стул беру, друзья, я хочу накопить. Все, поехали. Давай, сейчас я буду выбирать, бобян, ее. Только ты мне должен помочь, чтобы кто-то еще выбирал. Сейчас поможем. Во, сюда. Хоп. Где ты? О, это чисто... А, это чисто прямая, давай не такую, давай соседнюю, быстренько. Что уже, голосование. Успел? Нет, не успел. Я не успел поменять. Короче, у нас такая была, по-моему, в самом начале. А, короткая. Да, потом поменяем. Поехали. Раз, два, капец, тут народу играет. Ебой. На, нафиг. Нифига я на этом стульчике, на табуретке, блин. Табуретка смерти. Поехали, Бобис, мы выигрываем? Дураки смотрим. Или мы проигрываем? Не, я первый вроде приехал. Оп. И кто? Ты? Кто первый? Да, я первый. Блин, а я, у меня был первый, ты понимаешь? Ты у себя был первый? Да, я у себя был первый, и в итоге я нифига первый не приехал. Так, давай сейчас за прямую проголосуем, или за какую ты хотел? Да, сейчас я стульчик возьму и будем голосовать. Надо посмотреть, давай, ребят, какие еще там интересные карты. Но это очень угарный режим, вот кто его придумал, тот просто гений. Просто красавчик. Так, можно куда идем? Поехать. А, гонка идет. А интересно, еще раз денег дадут? А я сейчас попробую протестировать. А ну, я тоже поехал, бобян. Ну-ка, 46 секунд, да, в принципе, успеем. А ну, друзья, сейчас мы проверим. А ну, давайте посмотрим. Блин, интересно, можно так денежки подлутать? Ну, вряд ли, бобян. Я думаю, победители уже есть, поэтому никто не победит, да? Мне ничего не дали. Ну да, я тоже так и подумал. Блин. Жалко, конечно, было бы прикольно. Ну, и на базу. Не, нифига не дали. Ладно. И я опять ступа. А, нет, все, я на стуле. Сейчас, короче, тогда, бобян, будем голосовать. Да. Вот, давай вот такую лаву, бобян. Ого. С вулканом. Оу, смотри, какая гонка будет. Почему такие не выбирают карты интересные? Ну, в натуре. Может, они типа сложные? Мы должны все делать? Короче, ждем, Бобис, до Талова. Смотрите, давай, ребят, давай. Карта с вулканом, это выглядит прям потрясающе, как по мне. Прям вообще бомбово. Ну что, 5, 4, 3, 2, 1. Все, поехали. Карта с вулканом, ты посмотри, так, бобян. Ну-ка. Ты посмотри, там еще кто-то ходит. Ой, там зомбары какие-то. Огненные типсоны. Жесть. Меня прокинули. Меня ты девочка упал. Прокинула. Вау. Тихо, я вылетел за карту. И что случилось, бобян? И что? Что в итоге? Я заново поехал. А, заново поехал? Да. Жесть, ты прикинь, если выпадешь за карту. А эти огненные, они будут скидывать, наверное. Наверное, я не знаю. О, а куда тут ехать? Я потерялся, Бобис. Да они скидывают! Скидывают? Карту, да! Вот гады! Так там потом два пути, понял, да, куда? Там потом два пути, я что-то нифига не понял. Просто прямо едешь, все. Просто все время прямо? Ну да, ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Ох, тихо, там они скидывают, да, эти вообще? Да, они вообще омурлели, гады. Они просто жестко, а потом прямо... А я что-то переехал, бобян, куда-то, я слайфхачил, что ли? Как, в смысле? Ты я, походу, сократил путь, да, я там перепрыгнул с одной штучки на другую. Либо наоборот себе увеличил. Я первый приехал. Приехал? А еще кто-нибудь финишировал? Да, тут чел второй приехал. А, и третий уже есть. И все. А, я сейчас буду третьим. Все, я приехал, я реально сократил.
А что мне не засчитали? А как ты так говорил, что тебя даже не засчитали? Почему? Может, нельзя было сокращать? О, все, закончил, да. Во, с кайфом, ребята. Мне понравилась, кстати, карта. Прикольная, друзья, да, карта. Но я бы потом, Бабян, еще что-нибудь выбрал. Можно, можно, давай. Ну что, друзья, у нас тут новое голосование. Но сейчас я еще поеду на туалете, Бабян. Я накопил себе 500. Нифига. Ну что, давайте проголосуем, ребят. Я реально на толчке. Так, давай посмотрим. Знаешь, какую может? Ну-ка. А давай вот такую вот. Что это? Давай вот сюда. О, нифига. Смотри, там какие монстрики. Где? Вон, прямо дальше, как мы поедем. Да, нифига. Да. Вот это прикольно. Ну, я еще и на туалете, друзья. Let's go. Ну, обхакаться там. А, обхакаться от таких монстров. А куда надо ехать? Налево, направо, прямо? Так прямо, наверное, конец. А я не знаю тоже, Бобис. Так, куда? Куда? Оп-оп. А, вниз надо? Вау! И что здесь, Бобис? Куда приехать надо? Там чел сокращает, так нечестно. А, может, он знает, куда надо ехать, Бобян? Он так сейчас первым приедет. Ну, в натуре, слушай. Я тоже начал сокращать и застрял. В каких-то руинах. Что за руины? А, вон, смотри, где финиш. Где? Вон, сверху, как туда попасть? Да, вижу. Что-то мы, наверное, неправильно, Бобян, поехали, слышишь? Не, все правильно, вот, сейчас наверх будем залазить. Все правильно? Такая есть карта, да? А, поехали. Чуть не упал, блин. Поехали, Бобян, тут эти монстрики, Бобис, ты первый, я второй. Оп! Кто, чел первый? О, чел первый, ну и второй, я третий. Ну что ж, друзья, я думаю, что на такой забавной ноте можно и завершить наш сегодняшний ролик. Мы с Бобяном надеемся, что такие угарные мемные гоночки вам понравились на угарных стульях. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. А вас сегодня веселили, развлекали, конечно, как всегда, Овер и Бобби. Всем большое спасибо, удачи и пока-пока! Адьос, чуваки!